Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова и всех сотрудников агентства с юбилеем 120-летием со дня основания ТАСС. Вот уже больше века ведущее государственное информационное агентство России продолжает лучшие традиции российской журналистики круглосуточно, в оперативном режиме, достоверно и объективно вещает ключевые события, происходящие не только в нашей стране, но и во всем мире. Здесь трудятся настоящие профессионалы, преданные своему делу, талантливые люди, благодаря которым ТАСС сейчас не просто крупное информагентство, но и неотъемлемая часть отечественного сегмента СМИ. Надежный источник новостей, пользующийся заслуженным авторитетом.